Всем привет! С вами братуха на своем супер-пупер велосипеде. Путешествую по России. Хочу сказать, кто не играет в War Robots, тот слабый человек. Это распаковка Redmi Note 10 Pro, купленный на ваши деньги. Спасибо, ребята, всем. У вас есть деньги? Нет, зато у меня есть друзья, которые мне помогут. В правом верхнем углу смотри, братушка. Значит, заказал я его в Озоне. Можно у вас, пожалуйста, ножичек дать? Цивильный, а не свою ногтегрызку. Ну, тесак дай большой. Чего, блядь? Итак, ребята, мы сейчас будем распаковочку проводить вот таким маленьким своим ножичком, этим, как его называют. Зубочисткой. На фоне лягух и цихлид. Кстати, цихлиды у нас 23 растут. Штучки. Одна кривая. Жена говорит, убивать нельзя. Вот так он легко открывается. Redmi Note, ребят, 10 Pro. Когда-то он стоил 50, сейчас отдали за 20 500. Нам его в руки. Такая, как обычно, белая упаковочка. Здесь у нас, значит, сверху что-то интересное. Монклатура, наверное. О, бампер. Бампер, ребятухи. А если вы скачаете игру War Robots, то вам ничего не поможет. Вы на крючке. Все. Готовься стать банкротом. И это печально. Когда я пришел в игру War Robots, она не была такой донатной. Обалдеть. Девушки ходят. Девушка, вас подвести? Какой стыд. Она была в наушниках, она не слышала. Стопудово. Тыры-пыры. Это нам не надо. Значит, закрепка, чтобы сим-карту шмабуш. Это все. Бампер у нас резиновый. Но я вам сейчас покажу другой бампер. Вот. Бампер резиновый, кстати, выглядит, слушайте, симпатично. Пока что еще не замусоленный. Кстати, выглядит огонь. Ребята, не такой душманский бампер, как вот раньше были у нас за 100 рублей. Такой интересный. Здесь резиновая такая нормальная бамперуха. А вот уже пришел другой бампер, ребята, кобура. Здесь, значит, он мягкий. Вот это все мягкое. Но вот здесь вот нормально. Потверже. Вот открывается, значит, камера, затворы, видите, можно закрыть, чтобы, я не знаю, ну, не запылилось, что ли, тут как бы удобно. Но вопрос в том, что туда пыль-то все равно попадет. Чепуха, но все-таки подставка, разумеется, значит, есть. Главное не дергать и не сломается. Да я ж пошутил. В общем, два бампера у нас есть. Это хорошо. И переходим к основному. Вот. Но как иначе? Вот он, ребята, Redmi Note 10 Pro. Характеристики 108 мегапикселей, 4 камеры. Макрорежим есть, телеобъектив. Экран 6.67, амоледовский, 120 Гц. Dot дисплей стереодинамики. Qualcomm Snapdragon 732. Ну, это, ребята, устарело. 32-ваттная быстрая зарядка должна быть присутствовать здесь. И вот, ребята, мы его достаем. Вот он у нас, ребята, красавчик. Разумеется, значит, обалдеть, выглядит, ну, ребята, шикарно, шикарно. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. И выглядит, ребята, бесподобно. Я думаю, ребята, что мне, блин, жена... Э,
Хайдей, Пекин. Смотрите, Китай, адрес для защиты своих прав потребителя тут есть. Я думаю, жена, ребята, у меня не зайдет, как говорится. Жена! Иди посмотри. Ёлки-моталки. Я думаю, жена у меня отберет его. Да. Аня! Ребят, это, ну, я не знаю, сейчас я при жене открою. Спасибо, ребят, за донат. Мите огромное спасибо, задонатил большую часть суммы. Прям красавчик, Митя. Всем ребятам остальным тоже спасибо большое. Кто даже по сотке скинул, ребят, большое спасибо. Сядь здесь, тебя не видно что-то. Вот, и всем ребятам по штуке задонатили. Ребят, всем огромное спасибо. Вот при тебе открываю, смотри. Какая красота, да? А у тебя свой в руках? Принеси свой. Посмотри, какая красота. Красиво. Красиво? Я думаю, блин, ребят, посмотрите, какая красотуля, а? Ну, ё-моё, это какой цвет? Голубой у нас? А, серый? А вот эту наклейку отрывать, модель? Ну, оторвать и на эту коробку наклеить. А зачем с ней ходить-то? Ну, она-то оторвется. Я думал, зачем с ней ходить? Вот, блин, давайте с лейблом ходить, да? Она легко отрывается, во-первых, ребят. Никогда не слушайте жен. Зачем? Если боитесь потерять, вот сюда наклейте. Посмотрите, какая красота, как играют краски, ребята. Какая интересная камера. Дай свой телефон. Чехол-то вытащи. Ну, так что я, вот, понимаете, у меня жена уже над душой. Ты над душой, да? Вот, посмотрите, мы жене покупали Mi 9T, ребята. Вот, посмотрите, ну, жена, ну, как сказать, жена дура, да? Вот, видите, та, ну, жена дура, что можно понять? Она 4 года ходит, блядь, с этой наклейкой. Представляете, вот это у жены телефон. Задняя такой, неказистая, да, все. И вот она такая мне предлагает: Вовочка, давай, говорит, я тебе этот дам, пока ты Black Shark не походит, не купишь. Ой, не починишь. А, вот. А ты мне, говорит, этот дашь. Ну, я не знаю, ребят. Я не знаю. Сейчас она мне тыкает по спине, типа, заткнись, не говори, а мне похуй, блядь. У меня как жена просит, посмотрите, какая красота. Ну, вот просто разные телефоны. Я бы, конечно, свой Black Shark достал, но он у меня, ребята, запакованный в пленку. В общем, вот так выглядит лопата на 6,67 дюймов. У жены вроде бы как 6,5, мне кажется. Понимаете? Вот если вот так приложить, то прямо ощутимо, да? Вот, так что здесь у нас, значит, уже стекло или нет? Да, здесь пленка, ребят, находится. Не знаю, это просто пленка, наверное, не защитная, а просто пленка. Хотя, наверное, мне пленку надо отключать. Так что пишите в комментариях, мои дорогие подписчики, подарить ли жене красивый Redmi Note 10 и мне как братухе, как настоящему мужчине и мужу ходить с этим Mi 9T. Ну, пока Black Shark не починим. Пишите в комментариях. Ну, а я пока буду, ребята, с этим телефоном. Пока посмотрим, что вы напишите. По поводу наклейки. Наклейка, вот я не знаю, отдирать ее нет. Но это, мне кажется, просто наклейка. Нет никакого защитного стекла здесь. Не знаю, посмотрим. Так, ну выглядит задняя крышка вообще просто огонь. Давайте его включим. Если он вообще включится. Ребята, он включился. Давайте засунем его, значит, в родной бокс. Жена над душой будет стоять, ребята, пока вы голосуете, там в комментариях свое мнение пишите. Я, конечно, понимаю, что большинство скажут, ну, жена же, конечно, жена даже. А с другой стороны, я же, мне же. Я же. Ребята, ну, пока он грузится. Ну, а что он грузится? Там надо будет это... Русский язык, то все, смотрите, как это, Mio 13 уже, понимаете, в нем, то есть, не знаю, будет ли у него обновление. Вот, в боксе, в родном находится в боксе. Так, язык русский. Кнопки нажимаешь, там, Россия.
настройка региона российского. 61% аккумуляторная зарядка в нем. Политика, ну, мы же русские, мы читаем, бах, и готово. Так, обнаружение сим-карты. Кстати, сим-карту я не вставил. Надо вставить, но это потом. Значит, дальше. Wi-Fi пропустить. Сервисы Google, значит, блин, тут все надо устанавливать, да, базара нет. Так, только блокировка экрана, отпечаток пальца, пока пропустить, без пароля. Уже 61%. Но надо полностью автоматическое обновление, доступ к местоположению, отправлять данные об использовании диагностики, карусели обоев, программа улучшения качества, новый экран блокировки, карусель обоев, это красочное изображение, захватывающая история. Прямо давайте пока будем пользоваться. Классика меню, классический. Так, значит, вверх-вниз, вправо-влево. Не, я думаю, классика. Вправо-влево. Хотя не, лучший выбор приложений. Так, настройка завершена, ребят. Загрузка приложения идет. Ну, к Wi-Fi мы еще не подсоединились, кстати. Ну ладно, в общем, это все ерунда, настройки, как и везде. Вот так он выглядит, ребята, значит, в родном боксе, который был в комплекте. Значит, динамики, камера, датчик. Так, мини-джек. Кстати, вот это, наверное, камера или... Это, наверное, блин, это икпорт, возможно. Что-то такое икпорт, ребята, да? Вот надо будет почитать, посмотреть. Так, а где это бумажки? Вот, значит, здесь тоже динамик, микрофон и Type-C провод. В общем, загрузка приложения. Вот так выглядит, значит, он в родном боксе. Защита присутствует. То есть, блин, а защита вообще заподлицо, ребят, камерой. С камеры защита заподлицо. То есть, я когда положу, да, можно камеру поцарапать. Ё-моё, так-то печально. Давайте встроим, давайте проверим тот, значит, бокс, который купили. Вот они приложения. Ну, ништяк. Ну, все, все, можно пользоваться, ребятухи. Обалдеть, просто обалдеть. Спасибо большое. Утопленная, значит, здесь кнопка выключения, а вот громкоговоритель спрятан. Ну, мне нравится. Вот Black Shark, ребята, открываю донат на ремонт Black Shark. Так, это бокс, значит, тут камеры более-менее будут закрыты. Давайте бокс проверим. Тоже все легко вошел. Ох, выглядит он, ребята, уже по-мужски. Выглядит уже обалденно. Камеру можно открывать. Вот, смотрите. Вот здесь камеру, короче, уже можно... Да, тут уже можно не бояться. Тут уже можно не бояться. Выглядит, ребят, бесподобно. Так, здесь ногтем. Можно смотреть так. Можно смотреть так. Но так лучше не надо, там ломаться, наверное, будет. Но вообще вот так, блин, огонь. Просто огонь, ребята. Мне нравится. Блин, по-мужски. Что там у нас с камерой, значит? Кнопка здесь, обновление. У нас там есть, значит, поворот экрана, место локации, Wi-Fi, все это настроим. Все это настроим. Так, камера. Камера 108 мегапикселей. Так, согласиться, фото, мото, при использовании памяти. Закрыта шторка, ребята, видите, что видно через шторку. Я специально закрыл шторку. Вот теперь шторку откроем. И вот теперь видно камеру. О, ёлки-моталки. Ребятухи. Двойной X, 5X. 10X, нифига себе, подождите. Да, увеличение 10X. Обалдеть, можно в форточку к соседу заглядывать. А это уже широко, смотрите, с рыбьим глазом даже. Это рыбий глаз. Посмотрите, нифига себе. Вот это да, ребят, вот это да. Шикарная камера, ребята, портрет. Обалдеть, обалдеть.
А фронталочка? О, нифига себе! Вот это да! Блин, классненько, классненько. Мне нравится. Здорово. Блин, камера обалденная. Ну, видео, конечно, все в 4К вот так все выглядит. Значит, 0.6 можно ставить. Это широкоугольный, то есть тут уже никаких других кнопок нет. Просто 0.6, 1. Ай, может, не видите, да? 1x туда-сюда. Блин, кстати, наверное, не видите. Ёла-мотала, а я тут показываю. Камера, короче, вот широкоугольная. Ребят, ну шикарно. Ну, рыбок можно теперь снимать таким образом. Хорошая стабилизация. Обалдеть. И фото. Это фото у нас. Фото тоже шикарно. Выглядит обалденно. X2, X. Шикарно. Камера вообще здоровская. В общем, ребята, вот такой крутой телефончик. Вот с таким буду ходить боксом. Значит, вот так вот защищается камера. Спасибо, ребятухи, огромное спасибо. Блин, классный. Если вы проголосуете там в комментариях, ну не то, что голосование, если вы напишите, что жене тоже бы такой телефон бы не помешал бы, да, тогда можно будет потом как-нибудь открыть донат. Ну, хотя я думаю, он уйдет из продажи. Но телефон шикарный, просто лопата. Обалденно, обалденно. Просто шикарно, блин, 220 грамм там вроде, или 219. Спасибо, ребята, большое. А в этом боксе, значит, в этой кобуре оставлю. Спасибо за донат. Обалденный телефон. Теперь надо обязательно чинить Black Shark. И вот посмотрите, что у него. У него, видите, камера здесь торчит. Но он сейчас в режиме быстрого сна. У нас... NFC есть, вот это да, хочется, конечно, с NFC, NFC, модуль NFC присутствует, круто, автоматически выключаем, и он теперь будет постоянно светить, вот она, видите, камера на экране, вот так сидеть, смотреть фильмы и в камеру глядеть. Обалдеть. Ну все, спасибо, ребят, большое еще раз. Теперь надо починить мой родной Black Shark. Там дисплей заменить и аккумуляторы. Это надо с Алиэкспресс заказывать, денежку накопить и заказывать. Оскара! Оскара! Воу! Вторая машина. Для всех одиноких анонистов, которые желают познакомиться, могу дать дельный совет. Не бойтесь знакомиться. 10-я или 100-я вам точно ответит: привет, давай познакомимся. И тогда у вас может быть открыт счет. Рука 1000, женщина 1. Это просто охуенно. Ну ладно, опасно еду. Увидимся в игре, господа. Давайте посмотрим на Black Shark. Я вам покажу Black Shark. Который как раз ждет ремонта. В общем, экран, ребята, у нас... экран подгнил... Говорят, экран под замену. Это внутренности Black Shark. Здесь, значит, у нас два аккумулятора. Вот первый аккумулятор, второй. Посередине находится матрица. Здесь какие-то болтики, мне тут говорили, какие-то не потерять. Вот, в общем, находится у нас, значит, подгнило. Я, честно сказать, сомневаюсь, что что-то тут могло подгнить. Но сказали, что подгнило и не работает. Кстати, вот эти вот выемки, которые вы видите вот здесь, видите, выемки. Это, господа мои дорогие, от аккумуляторов. Вот посмотрите, вот так я положил. Это от аккумуляторов. То есть аккумуляторы вздувались и давили на экран. Но это мне так объяснили. Хотя на самом деле это могло просто... Хотя, может, они и давили на экран, действительно.
В общем, аккумуляторы вздувались, и, значит, отклеилась, вот здесь, как вы видите, отклеилась бобочина, с одной стороны бочина отклеилась, и с другой, и, разумеется, сюда грязи, пыли уже насобачилась. И туда попала вода, понимаете? Вот так вот. Так что Black Shark у нас, ребята, все с ним будет хорошо, нужны аккумуляторы, нужен экран, и все будет хорошо. Вот, значит, задняя крышечка у нас тоже разобрана. Заднюю крышечку у нас, значит, открывали тоже. Сейчас, если я ножик найду. Вот. Конечно же, заднюю крышечку тоже открывали. Она тут тоже на шлейфе. Ну, вот шлейф. И не будем трогать заднюю крышечку. Шлейф этот на магнитную зарядку какую-то. И тут тоже вот выскакивают, значит, лампочки. Всякие камеры тут выскакивают всякие. Вот. Главное, чтобы все это не потерять. Вот. Мы это тоже опять присобачим. И я положу, значит, все опять в пленочку. Вот такие вот, ребята, пироги. К сожалению, вот бывает и у телефонов за 50 тысяч такие проблемы. Менять экран и менять аккумуляторы. Вот. Ну, а это мои цихлиды. 23 штучки. Цихлиды yellow. Желтые. Также еще называются они калибри. Вырастают до 10-12 сантиметров. Им обязательно нужен аквариум в 200 минимум литров. С тумбочкой. Вот такие вот красотки. Ну что ж, ребята, вот он, телефончик, значит, все, не привыкнуть, плохо открывается, зараза. Что, я ногти подстригал? Да ну нафиг, блин, что за фигня? О, открылось. Короче, вот он, ребята, телефончик, уже с чехлом, вот, ну, сами понимаете, телефон Redmi Note 10 Pro, ребята, отдаю жене, меняю на Мини-9-го, ну, конечно, я жену показывать не буду, вот, жена злится, сейчас я пол покажу так, вот, все, не видно ничего, ну, что ты? Принимаешь подарок? Отдай, я еще, дай проститься, пожалуйста. О, ребята, блин. Redmi Note 10 Pro, ребятушки. Да. Ну, я, конечно, Black Shark починю. Жена улыбается такая, телефончик. Покажи, на что я меняю. Вот он. Вот, да. Mi 9T. Ну, ребят, экран показывать нет смысла. 6,7 дюймов, как у Black Shark. А вот задняя крышечка, вот этот новый чехольчик, это, конечно, да. Ладно, давай меняться. Держи. Ты рада? Серьезно? Ну, довольная. Ну, ребята, довольная, как удав. А я буду с Mi 9 ходить. Ах, вот так, ребята, вот так. Спасибо всем. Всем спасибо. Ребята, вот так вот, в общем. Спасибо вам, ребят. А я, значит, с Mi 9 похожу, пока Black Shark не починим. Mi 9 тоже хороший. Хороший? Ну, 4 года с ним ходила. Ну что ж, ребята, спасибо вам большое. А это вот наши цихлиды растут. В общем, цихлиды у нас, значит, растут. 23 штуки вроде. А, не забываем, что им нужен аквариум. 200 литров минимум. Я не знаю, куда их девать, когда они вырастут. Они же большие. Растут пока, кормлю. Вон, выращиваю здесь Артемию. Буль-буль.